В общем, ребят, первая часть влога не загрузилась, и половина второго влога не загрузилась, короче. Вот, ну, извините, вот. Сейчас мы договорились с папой, с моей сестрой Анжелой, мне будет проще с Анжелой говорить. Договорились прийти, Анжела там тоже будет, и я там буду, папа имени, как бы можно сказать, вот. И, в общем, я подарю ему вот такую вот открыточку красивую. Ну, я думаю, по моему вкусу она красивая. Я сама делала ее. Блин, у меня руки трясутся. Остановите на паузу. Тут поставьте. В общем, вот я пойду на день рождения. Я еще не знаю, что одеть. В общем, когда мне папа напишет, я буду одеваться и уже выходить. В общем, вот такая вот открыточка. Тут нет ничего. В общем, вот такая вот открыточка. Мне понравилось, как я ее сама сделала. А хотя, когда он мне напишет, я даже буду не одеваться. Я так сейчас оденусь, наверное. Не знаю. Ну, не знаю, посмотрим, в общем. Сейчас я смотрю, отгадываю бабушку Шушо. Очень интересный познавательный канал, если честно. Вот новое видео, и вот я отгадываю. Еще мне надо в аватарию зайти, сейчас будет, наверное. Не знаю, в общем. Отгадываю. Тишине такой полной. В общем, да. И сейчас, не знаю, что буду делать. Буду, наверное, думать, что мне одеть. Не знаю. Если честно, я такая незнайка, я ничего не знаю, понимаете? В общем, открытку я вам показала. В общем, да. Показала я вам открытку. Завтра у нас воскресенье, кстати, кому интересно. Завтра у нас воскресенье, мне будет проще, если я буду вот так показывать. То, что там барахло у меня, там бардак, если честно, я не успела убраться. Но не хочу показывать вам свой бардак. Вот. Ну, завтра воскресенье, в принципе, сегодня суббота, я должна была убраться. Но так как сегодня у моего папы день рождения, я не убралась. И поэтому я завтра буду убираться, завтра у нас воскресенье. Завтра я пойду по магазинам с мамой. Вот. В общем, вот так. Я даже не знаю, чего вам уже говорить, что показывать. В общем, вот так вот я пытаюсь себя развеселить от школы. Вот, надеюсь, меня слышно, потому что, я такую музыку сильно не включаю, я тут живу не одна, вот, и поэтому я не включаю сильно музыку. Ну, я, наверное, буду сейчас готовиться к дню рождения, чтобы я вышла хотя бы покрасивей. У меня губы обветренные, сейчас надо намазать бальзамом для губ. Маленькой феей, которую я вам показывала уже в видео из своих. В общем, да, и показывала я вам этот бальзам. Мне как будто что-то за глазами. Я как будто что-то обмотала, что ли, не знаю, что-то с ресницами, что ли. В общем, да, может быть, блеск нанесу.
В общем, я не знаю, может быть, я блеск донесу, может быть, не буду наносить блеск. Ну, я думаю, больше ничего другого я не буду наносить, так как мне еще не надо, ну, нельзя ничего мазать, ни тушь наносить на ресницы, ничего, ну, такого не надо. В общем, да. И, ну, сейчас я буду приводить себя в порядок. Я представляю, какая я ужасная, какая я вообще сейчас. У меня, наверное, волосы дыбом, я себя толком не вижу. У меня вот есть тут такая рамка. Вот ёжик бедненький. В общем, такая рамка, и видите, тут как бы зеркальные такие ободочки есть. Я вот в эти зеркальные ободочки смотрюся. Вот, короче, и вижу себя вот уже, как я выгляжу. В общем, на этом тоже бардак. Видите, везде бардак у меня. Тут я вам лучше не буду показывать. В общем, где мой бальзам-то? Бальзам у меня в рюкзаке. Я вам перевернула. Но я думаю, вы не увидите этого бардака. А может быть, и увидите. Извините, конечно, за бардак. Но я вот говорю честно. Я вот прям вот честно говорю вам. Я просто не успела. А так бы вот, если бы не дни рождения какие-то там, я бы успела спокойненько убраться, убралась бы. Где-то мой бальзам здесь. Видите, у меня даже в портфеле бардак, потому что у нас технология, блин, и там надо куча всего. Ух, я уже устала все это складывать, раскладывать. В общем, сейчас найду бальзам и вернусь к вам. В общем, я нашла бальзам. Да, и вот я нашла бальзам. Блин, куда бы... Ой, извините, он мешает это. Я не знаю, куда даже поставить. Ну, вот так вот. Сейчас я буду... Погодите-ка. Я вообще думаю, меня не слышно. Я ору во весь голос тут. Распеваю песенку уже, наверное. Вот, мне сестра написала моя. В общем, это... Я не помню, как это... Ну, чем это пахнет. Честное слово, вот не помню. Мне подарили это давно, ну, достаточно давно. И я уже, вот понимаете, я даже не помню. По-моему, это пахнет персиком. Ну, не знаю, ну, вы не сможете понюхать? У кого есть такой бальзам для губ? Маленькая фея. Сейчас вам его подробнее покажу. Напишите мне, пожалуйста, чем он пахнет. Меня многие спрашивают, чем он пахнет. Я не знаю, чем он пахнет. Ну вот не знаю, чем он пахнет. Ну вот, по-моему, персиком он пахнет, и все. В общем, давайте сейчас я намажу себе губы. Так, без зеркала я не смогу намазать себе губы, наверное. Сейчас попробую. Ах, в принципе, могу. Я много мажу, потому что оно вообще не намазывается. Ну, не знаю, у кого-то, может, мазает хорошо, но у меня оно плохо мажет, и поэтому я столько наношу. С собой я его возьму. В общем, сейчас я зайду в аватарию и поиграю в нее. И да, не забывайте, у меня мало памяти, вот, и поэтому может в любой момент завершиться видео. Ну, давайте с вами поиграем в аватарию. Еще недавно скачала, ну, вот на компьютере ВК нашла игру Aero Hockey, кому интересно. В общем, ну, тоже классная игра. Еще какая-то там игра, я вам, по-моему, потом ее покажу. Нашла какую-то игру, может быть, вы поиграете. В общем, у меня вот такая награда. Посмотрим, кто у нас в сети. В сети у нас Роска и Анастасия.
из друзей у меня никого нет. В сети, в общем, я зашла, забрала награду. Я только ради награды захожу сюда и иногда потом, ну, часто я захожу сюда только из-за награды, когда сестра не сидит. И вот, аэрохоккей, я вам сейчас покажу аэрохоккей. Эту картинку я увидели, думаю, вот. Вот так начинается. Кто только начал играть в аэрохоккей, вот тут и играть. Я сначала тоже не поняла. Выбираем страну. Выбираем страну, я буду за Россию. Тут можно любую страну, без разницы, какая страна. И вот смотрите, тут такая шашечка дается. И мы уже играем. Вот с голами тут-то, видите? Я очень хорошо владею аэрохоккеем. И поэтому меня невозможно победить. Ну, иногда можно, но редко бывает, когда меня побеждают. Потому что я очень хорошо владею аэрохоккеем. Как я уже сказала. Иногда я забиваю себе сама гол, но я об этом не жалею, потому что у меня и так много голов. Вот. Это как хоккей, только он аэрохоккей, ну не настоящий хоккей, то есть. Тут играешь такими шашечками, как бы можно сказать. У меня уже 3 гола. Сейчас будет больше намного, я думаю. Я вот так вот быстро играю, я знаю. И за мной даже невозможно уследить иногда бывает. Ой, сколько у меня на телефоне там ошибок вылезло. Ну давай быстрее. В общем, вот такая вот интересная штучка. Тоже очень-очень интересная. Попробуйте поиграть. И еще вот такая вот игра, но я не хочу в нее заходить. Вот так она называется и так она выглядит. Очень классная игра, это как практически как Sims, но это не Sims. Еще я зайду, хочу зайти в Тропиканию. Тропикания тоже это типа как Аватария, кто не знает. Типа как я много болтаю очень. Это типа как Аватария, только ну мы с сестрой играем так, как будто мы на даче. То есть это как-то даже ну, увлекается, видите? Тут песики есть, всякие кошечки. Кто кого хочет, тот и заводит такого. В общем, вот. Опять я выхожу из этой игры. Верности, если честно, верности я уже перестала играть. Вот, если честно, сейчас вот часто я играю... Подождите-ка, вам... Ой, извините. В Аватаре я часто играю, так как она интересней. Извините, просто мне неудобно держать, понимаете? Не, думаю, некоторые понимают меня. Хорошо. Что-то там за спиной меня так обожгло. Нежные обними, нежные опять. Мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в объятиях твоих я хочу решать. Не могу без тебя и не могу ждать. В общем, вот такие игры у меня. Одноклассники мои. Я не буду показывать своего папу. Так как я не хочу это делать. Немало. Сейчас я зайду на свой канал. Вот тут вот есть влог, вторая часть. 2 просмотра у меня было тут на влог, вторая часть. Комментариев нет, дизлайков нет, лайков нет. От меня отписался один подписчик. Мне интересно, кто же это. Надеюсь, не тот канал, который я рекомендовала вам. Брой Про. Я не знаю, кто это отписался, и не хочу знать, потому что мне это неприятно, как я вам говорила. Мне это неприятно. У меня было такое счастье, когда у меня было столько подписчиков, я прям светилась, и я была прям такая радостная. А сейчас вот представляете, от меня отписываются люди. Я не знаю, что им толком не нравится. Пожалуйста, пишите мне, что вам не нравится. Я вроде бы нормально снимаю, я стараюсь снимать. И я чувствую, это видео будет долго грузиться. И вот кто от меня отписывался, я не представляю.
Вот это видео у меня набрало много комментарий такой, няшно. Кто не видел, посмотрите. Мои видео мало кто смотрит. И я не знаю даже, что делать уже. Потому что я не знаю, что...